По факту массового отравления в Буйнакском районе возбуждено уголовное дело. Напомним, с 19 июня симптомами пищевого отравления в инфекционное отделение районной больницы продолжают массово поступать люди. Что стало причиной отравления и в каком состоянии поступают пациенты, узнавала моя коллега Патимат Ханапова. Сладости не всегда радости. Это на собственном здоровье испытали жители села Нижнее Казанище, которые решили себя побаловать лакомством из местной кондитерской. По итогу около 60 человек с отравлением госпитализированы в больнице. Среди пострадавших и дети. Значит, из-за нехватки мест некоторых больных пришлось укладывать и в коридоре, оказывать им помощь временно. Вот, спустя час-два мы уже переводили в палаты. Вот остались только двое. Ничего не чувствовалось, прям очень вкусно. И потом могли те, кто был, кто ел именно творожник, то те отравились. Свадьба, мавлиды, пикник. В этом массовом отравлении специалисты отследили три основных очага. И на всех этих мероприятиях были сладости из местной кондитерской. Собрались всей роднёй, поехали на природу, захотели купить выпечку, точнее каприз. Поели все, отравились и в больницу попали. То есть все, кто были на отдыхе? Не да. Все, все, кто ну, поел. Не все, кто вот именно поел каприз. А сколько человек получается из вашего? Из наших. 10 там, с чем-то, да? Да, 12, что ли. К счастью, говорят врачи, более 80 заболевших – это взрослые. Больные признаются, сейчас их состояние значительно улучшилось. В первые же дни они были не в состоянии ни двигаться, ни разговаривать. На данный момент уже тяжелых случаев нет, многие идут на поправку. Есть улучшение, мы выписываем людей. Сегодня выписали троих, вчера выписали одного. Еще готовится человек 5-6 к выписке. Проблемы в обеспечении медикаментозным нет, но и помощь люди получают в полном объеме. Прокуратура республики отреагировала на инцидент. Проводится проверка. Будут выяснены причины и условия происшедшего, а также дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По факту возбуждено уголовное дело. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Буйнакск.